Приветствую вас. Конечно, очень мало информации вы даете по такой достаточно серьезной проблеме, как ощущение непринятия себя сыном. Вот. И на мой взгляд, надо бы больше, конечно, информации о вас, о том, что происходит в вашей семье, о том, как у вас организованы отношения, какие отношения у сына с отцом, с вами, вот, и так далее. То есть это все было бы очень важно и очень полезно на самом деле. Вот. Также, исходя из того, что вы пишете, я могу предположить, что есть некоторая проблема с эмоциями, с эмоциональной составляющей у вас, потому что вот как вы информацию о себе подаете, ну, в общем, тут как бы, как будто, знаете, данный паспорт рассказываете, то есть никакой эмоциональной составляющей я вообще не ощутил. То есть просто голые сухие факты. Если вы так же ведете себя и с семьей, если вы так же ведете себя со своими сыновьями, либо если вы пытаетесь, чтобы был порядок, если вы пытаетесь, чтобы вот все у всех было одинаково, то ну, это вот, собственно, и порождает такую акцентрированность внимания вашего сына на, значит, ну, на таком уравнивании всего и вся, вот, что, конечно же, хорошего ничего вам не даст. Вот. Это то, что можно сказать именно вот исходя из того, что вы написали. Вот, то есть, опять же, эта ситуация, она, я так понимаю, произошла недавно, то есть, не всегда было так, и раньше такого не было. Ну, соответственно, что-то, очевидно, произошло, соответственно, что-то, очевидно, случилось, и мне кажется, это, ну, что это нужно поисследовать, то есть нужно поисследовать, что изменилось, нужно поисследовать, что случилось между вами и вашим сыном, да, нужно проанализировать ваши отношения в семье, как я уже сказал, семейный климат. Вот, ну и возможно вам, а не возможно, а скорее всего именно вам, и нужно что-то изменить в себе, потому что дети — это отражение родителей. Поэтому если что-то изменить не так, значит, в первую очередь это вопрос к родителям. Вот, дети — это отражение своих родителей. Вот, поэтому я думаю, что именно так можно вам ответить. То есть, отвечая на вопрос, что делать, в первую очередь начать с анализа семейных отношений. Начать с анализа ваших отношений с детьми и вашего отношения к самой себе. Вот уж что точно не будет ни в коем случае лишним. Вот. Конечно, очень многое зависит от вас, вот,
многое зависит от того, хотите ли вы этим заниматься, многое зависит от того, хотите ли вы во все это вникать, хотите ли вы меняться. Вот, потому что, опять же, исходя из вашего текста, вытекает такое вот ощущение, что вы просто готовы что-то делать, да, то есть, именно вы считаете, что нужно что-то сделать, и все, все будет хорошо, все будет в порядке. Нет, к сожалению, нет. К сожалению, далеко не все будет в порядке, и, к сожалению, не все решится только какими-то действиями. Вот, гораздо важнее переоценить какие-то вещи, которые для этого вам, вероятно, были важны. Вот. И пересмотреть их, вести себя по-другому. Вот. С собой. В первую очередь, самой с собой. Потому что, ну, дети, они в первую очередь опираются на то, как ведут себя родители по отношению к себе, вот, сами к себе. А потом уже все остальное. Потом уже все остальное. Вот так вот. Можно ответить вам на вопрос, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен вам за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится.